Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Поиграем немножечко Marvel против Капкома Infinity. Мы дети двух вселенных, испорченных, пораженных раком органической жизни. На их руинах мы построим новую вселенную в огне камней реальности и космоса. Мы выкуем новую жизнь, облеченную в сталь, свободную от грехов плоти. Мы — Ultron Sigma. Мы — ваш бог. Иксгард. Через 88 дней после слияния. Как вы понимаете, ребята, я выбрал прохождение кампании. Так что давайте смотреть. Икс. Довольно неплохо. Страйдер. Капитан Америка, наши отряды заняли позиции. Полчища врагов собирается у ворот дворца. Тогда не будем заставлять их ждать. Вперед, герои! С радостью одолжу тебе щит, когда мы вместе, исход боя предрешен. Ага. Нанесите удар с помощью X, легкий удар, и продолжайте нажимать кнопку, чтобы провести автокомбо. Подробности можно узнать в книге руководства. Так, ну что ж, давайте я попробую сделать комбо. Ага, все, мне понятно. Отлично выходит. Хе-хе, сосунок. Какой-то недоальтрон. Это даже дрон Альтрона, вот так скажем. Ух ты! Ну что ж, довольно четко все. Графика на уровне. Давай, давай, иди сюда. Что такое было, я не понял. Почему-то он погиб. Ладно, первый раунд за нами. Знакомая личность. Какие у нее ножки накачанные. Ё-моё. Кикокен! Лежать! Чан-Ли? Капитан Марвел? Готова? Ну, а как же не готова? Конечно, готова. Поэтому сейчас мы будем прописывать очередных люлей этим дроном. Довольно мягкотелые они. Никаких проблем не видят. Ух ты! Солидно. Не умеет вовремя отступать, да? Они наступают. Смени персонажа, нажав РБ. Проще парень репы. Ого! Я же вроде хотел РБ нажать. Ну иди сюда, иди сюда, лопух. Ага, вас уже тут двое. Так, отлично. Замечательно, давайте их добьем по-быренькому. Да что ж такое-то? У тебя есть какой-нибудь суперудар, родная ты моя, Чун-Ли, а? Есть, оказывается. Так, очередной лопух пришел ко мне. Так, давайте-ка его... Да ладно, успокойся, родной. Видите, я еще просто нажимаю разные кнопки и ищу какие-нибудь комбинации, поэтому... Поэтому Капитан Марвел добивает этого дрона, не успев мне даже что-то найти хорошего. Готовы к третьему раунду. Новые улицы, бой все тот же. Ну да, она же с уличных боев у нас. Вау. Что такое? Куда опять летят? Ага, объединили свою магию и разнесли в хлам их. Просто в щепки разорвали. О, Доктор Стрэндж. Именно он собственной персоной. Ух ты, это что? Герои двух измерений. Добро пожаловать в наш мир. Принц Асгарда вернулся. Ступайте. Покажите ему, во что мы вас превратили. Ух ты, это что такое? Это уже далеко не дроны. Тор. Я отомщу за Асгард. Сэр Артур.
Сэр Артур, неплохо для такого малыша. Тор, ты тоже ничего. Для языческого бога. А вот они и красавцы наши подошли. А это что? Еще железяки? Нет. Опусти копье. Мой народ. Что с ним стало? Тор. Вот так вот. О, железный человек. Собственной персоной. Не дрейф, крепыш, они просто спят. Потом придут в себя. Со временем. Старк, Спенсер. Артур, копье на вырост? Чувствуешь неуверенность? Только в компании глупцов, железный человек. Он мне нравится. Готов, готов я. Ну, Тор, покажи на что ты... Да как... Как же ты так нелепо сделал удар-то, а? Я так понимаю, это был суперудар. Вихрь. Ну, это уже мало кого колышет. Сейчас мы этого дрона заколбасим. Но там вроде бы не дроны были, а именно воины. Так. Давай-ка еще разок. Ух ты, мой крепыш Артур пришел. Надеюсь, вы все помните эту игру. Она еще была... датировано на Денди. А теперь, как видите, он перебазировался и на ПК. Причем уже давно. Солидно. Тут уж ничего не скажешь. Артурчик сделал свое дело. О, 7-6. 8-6. 9-6. Ну уже, соколиный глаз. Тебе самому-то не стыдно? Вот так вот. Ничья. Эй, Данте. Я пустой. Не пора ли дамам поразвлечься? Ну, раз ты настаиваешь, Ракета, покажи себя. Темненькая, светленькая. Потанцуем? Конечно, потанцуем, Ракета. Ух ты! Ядришкин ты кот. Неплох, неплох, малыш. Ну давай добьем. Добьем этого робота. О, воу. Слушай, довольно неплохой, неплохой боец. Мне нравится. Кто следующий? Опа, Данте. Тоже неплох такой, шустрый довольно-таки. О, блин, хочу посмотреть суперудары вон и. Какой у тебя суперудар, а? Данте, покажи мне его. Походу дело не судьба. Воу! Ну и так сгодится. Кул! Так, Капитан Америка тут буянит. Проклятие! Их тут как грязи! Попридержи язык, командир Рэйфилд. Это мой народ, и они достойно сражаются. Это был и мой дом, Тор. Альтрон Сигма заплатит за то, что сделал. Ну-ка. Сейчас мы, наверное, уже будем воевать с войском, а не с дронами. Да, действительно. Ну, пускай покажут, на что они... способны. Так, пока ничего такого в них. Оу-оу, ничего себе. Так, ну-ка давай-ка, Тор. Да ладно, нифига, они еще и суперудары имеют. Вот это что-то новенькое. Оу. Икс, вот это ты зажег. Вовремя ты запустил эту волну. Courage, my friend. Крепись, друг мой. Обещаю, я любой ценой освобожу тебя от власти Альтрона Сигмы. Где доктор Стрэндж? Капитан? Доктор, сможешь закинуть нас?
Слияние ослабило магию Асгарда. Здесь мы сможем пробить тюремные стены. Отлично. Командир Редфилд. Крис, ты готов? Я думаю, что готов. Думаю, это значит да. Надеюсь, у заключенного есть ответы на наши вопросы. Есть. Ух ты, куда это мы? Должны быть. Иначе нам конец. А какого заключенного мы, интересно, здесь ищем? Иксгард. Подземная тюрьма. Через 80 дней после слияния. Это мы куда вообще попали? Доктор? Do you feel it? Чувствуете? Психический водоворот страданий и отчаяния. Да, дело дрянь. Все тюрьмы одинаковые. Есть чем сравнить, да? Нет. Но я упекла немало шпаны вроде тебя. Опять они тут, а? Ух, и эти еще тут. Стоять! Ну что ж, давайте проучим ребят. Нельзя дать им поднять тревогу, атакуем. Вот тебе и секретное задание. Ух. Крис, ну-ка, на что ты-то у нас тут способен? Все прекрасно помнят этого героя из Resident Evil. Так, да что такое-то, а? Опа. Шикарно. А напарник у меня ракета, поэтому, я думаю, надо бы его позвать сюда. Поехали. Маленький, но шустрый енот. Ух ты, добил кулачком, просто так оп, а он улетел, как будто я ему не знаю, чем звезданул там. Так, какие-то двери. Мы на месте. О, нет. Не-не-не-не-не, паршивая затея. Ракета, что с тобой? Да ты еще спрашиваешь, ты хоть знаешь, кто это, док? Ты хоть не молчи. А кто там такой? Командир. У нас задание. Оу, а кто это такой-то? Мы не уйдем без него. Мы не можем долго их сдерживать. Редфилд знает, что делает. Он собрал небольшую, но профессиональную команду. Они справятся. Кэп, это Соколиный Глаз. Время на исходе, он уже близко. А ты видишь Альтрона Сигму? Он у меня на прицеле. Стреляй. Вау. Да, не тут-то было. Ё-моё. Всем отрядом, атакуем! Пошли, пошли, пошли! Ё-моё, нифига... Чё вытворяет? Вы посмотрите. А, в фильме он был не такой крут. Коротышка. Просто как щенка выкинул. Икс, устрой-ка ему. Просто-напросто всех повалил. Так, железный человек. И даже на него не было надежды. Отведай мои стали. Вот тебе и отведал. Оу, он их воплощает в своих союзников. Нет.
Ты все еще смеешь бросать нам вызов, принц Асгарда. Ты заплатишь за зло, что причинил моему народу. Спенсер, со мной!